Понял. Новембр выходит. Кто-то забыл сказать командиру АФ, что мы будем расформировать авиабазу. Теперь он тут очень сильно сердится. Как говорится, пошла жара. Видимо, нет. Опять же, командование вряд ли знает или не хочет знать, что тут творится. И я его даже где-то понимаю. Так, мужики, я сейчас развернусь, а потом сажать буду. Постарайтесь не выпасть. Спасибо за полет. Пожалуйста, выходите организованно. Келли, свяжитесь там с лейтенантом. Он всем заправляет в Рогейне. Лэйси, я не знаю, займитесь чем-нибудь полезным, что ли? А мне в сортир надо. Они могут свои островки защитить. Так чего мы тут с ними застряли? Ну почему мы уходим, ты как думаешь? Мы свое отработали, за миром последили. Идем теперь играть с большими мальчиками в Тихом океане. Капрал Бен Керри, прибыл для прохождения службы. Вольно. Так, план немного изменился. Командеру Маккинону нужна помощь в Камино. Он отбыл как раз, когда вы прибыли. А не знаете почему, сэр? Нет, капрал. Отгоните туда грузовики. И, пожалуй, что побыстрее. Вас понял. Как вообще такая хрень-то вышла? Да ладно, было б чему удивляться. В экономике обычно 10 лет минимум. Кажется, Маккинону надо что-то тяжелое отвезти из Камина. Я поведу. Вы с этим точно справитесь? Отвали. Сержант Лэйси, берите второй грузовик. Мы отправляемся в Камино. Штаб-сержант, подождите минуточку. Сейчас освободим вам дорогу. Конечно, спасибо. Знаете, Кэрри, а сервис здесь временами очень даже. Кэрри, постарайся только зверей не давить. ЭФ нас и так ненавидит. Не хватало нам еще тут тех козлов подавить. Понимаешь, да? Минимизировать косвенный ущерб, сэр. Завоевать доверие местных, сэр. Впереди контрольная точка. А теперь помедленней. Ух ты мой, разозлились нынче ААФ, да? Это точно. Предупрежу-ка я Лэйси. Сержант Лэйси, внимание! Зеленые сейчас совсем с катушек сошли. Солдат, на контрольной точке веди себя как следует, ясно? Керри, ты последнюю фразу слышал? Что было? Все чисто? Ясно, хорошо. Господи, когда же это все кончится? Что за бесполезный народ такой? Стоп! Это Маккинон? Черт, Кэрри, останови машину! Бродвей, я точка X-Ray! Есть сообщение, прием! Слушаю вас, X-Ray, прием! Мы потеряли связь с Камино! Повторяю, потеряли связь с Камино! Можете подтвердить? Прием! Бродвей, я Камино! У нас стрельба! Прошу поддержки, Бродвей! Как слышите, прием! Камино, Бродвей, слышу вас, сейчас! Адамс, Яругин, возвращайтесь сюда быстро! Конец связи! Никаких нож там, сержант, это приказ! Конец связи! Иду, сэр! Вас понял, Камино, отправляю подкрепление! Вы там держитесь! Эхо, мы видим на Камино взрывы! По всему острову стрельба! Бродвей, доложите обстановку! Ситуация не ясна. Эхо, подождите. Сэр, как вы думаете, что происходит? Бродвей, всем силам НАТО настаньте! Атака нейтральных сил! Повторяю, атака нейтральных сил! Войска ААФ считаются противником! Держите позицию! Конец связи! Какого хрена? Вы шутите? Бродвей, Ярогин! Мы атакованы крупными силами врага! Вышлите подкрепление, прием! Никак нет, Рогин! Бродвей, всем силам НАТО на стратеге! Код Фокстрот! Повторяю, код Фокстрот! Силы АФ большим численным перевесом захватили аэродром и аэропорт Май-26! Мы отступаем! Постарайтесь быстро! Черт, что будем делать, сэр? Да, это явно не к добру. Эхо, всем отрядам в районе Рогейна. Мы встаем у точки эвакуации на ВПП Балди. Прием! Fast mover.
Вот сверху всем отрядом! Нам засек самолет! Поспешите! Конец связи!